Крым с сегодняшнего дня ожидает резкое увеличение потока туристов. Именно в первый день лета начинаются полеты на полуостров по льготным тарифам. Приобрести билеты по сниженной цене могут жители 32 российских городов. Наш корреспондент Сергей Цуцкин узнал, как работает федеральная программа субсидирования и пообщался с теми, кто решил ею воспользоваться и отправиться отдыхать на Крымское побережье. У стойки регистрации в Тюменском аэропорту очередь из пассажиров, отправляющихся в Крым. Здесь и школьники, которые еще никогда там не бывали, и люди постарше, давно полюбившие полуостров. Папа ездил в свое детство, и, короче, я очень рада, что я туда попала, и масса впечатлений, моя семья очень рада за меня. Бахчисарай, Балаклаву, Севастополь, то есть это, наверное, одна тысячная того, что можно посмотреть. Поэтому всем предлагаем ездить. Богатая история Крыма, прекрасная природа, чистая вода. Прямые рейсы из Тюмени в Симферополь были отменены много лет назад. В прошлом году полеты возобновились, правда, было всего 2 вылета в неделю. Теперь самолеты доставляют тюменцев на курорт ежедневно. В этом году все авиаперевозчики увеличили количество рейсов на Крымский полуостров. Только из Екатеринбурга каждый день, начиная с сегодняшнего, в Симферополь уходит 3 воздушных судна. Чтобы отдых в Крыму стал доступней, с сегодняшнего дня заработала программа государственного субсидирования. Росавиация установила специальные льготные тарифы на крымское направление. Для Екатеринбурга, например, 3750 рублей. За каждый проданный по этой цене билет еще столько же авиакомпаний доплачивает государство. Но при одном условии – субсидии выплачиваются только за те рейсы, на которых по спецтарифу летит треть пассажиров эконом-класса. Николай Тележников прошлым летом первый раз свозил семью в Крым. И жена, и 4-летний сын теперь с нетерпением ждут следующей поездки. Тем более, что в этом году на сайте одной из авиакомпаний удалось купить как раз льготные билеты. Начали искать билеты туда. Не с первого раза, но получилось купить льготные. До сих пор не верим. Мы бы каждый год летали, если бы были билеты доступны. С 1 июня по льготным тарифам можно улететь из 32 городов России. Благодаря программе в Магадане, например, прямой рейс в Крым появился впервые. Самые дешевые тарифы – 2500 установлены для Липецка, Ростова-на-Дону, Воронежа, Самары и ряда других городов. Бюджет программы без малого – 612 миллионов рублей. Воспользоваться льготами смогут почти 170 тысяч человек. Программа маршрутов построена таким образом, что в нее не включены Москва, Санкт-Петербург, а включены именно города в глубинке, начиная от Дальневосточного федерального округа до Северо-Западного федерального округа, чтобы жители этих регионов могли воспользоваться возможностью и прилететь в Крым, в Симферополь, побывать в самый лучший период. Крымский аэропорт в этом году уже встретил миллионного пассажира. После реконструкции его пропускная способность существенно возросла, и здесь готовы принимать более 30 тысяч туристов ежедневно. Сергей Цуцкин, Алексей Иванов, Виталий Катченко, Максим